Раз, два, три, четыре, пять. Поставьте, пожалуйста, еще раз плюсики, что будет означать, что меня слышно. С вами Даниил Ветров. Так. Плюсики, плюсики, плюсики. Окей. Одна из моих любимых композиций сейчас прозвучала. Напишите, какие ощущения у вас возникли от прослушивания этой композиции. У нас сегодня тема мощная, сильно мощная, не для всех, сразу предупреждаю, у кого-то может быть срыв шаблона жесткий, тем более, что мы проводим сегодня этот вебинар, скажем так, совсем неудобное время, отчасти специально для того, чтобы пришли именно только те, кому эта тема нужна. Так, ну напишите так, в двух словах или одним словом, какие ощущения вызывала музыка. Так, 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 пишем, пишем. Давайте. Ольга Драйв, окей. Еще какие варианты? Угу. Давайте, творческие люди должны слышать себя, уметь, в принципе, выразить даже в словах все, что угодно. Так, Бальтазар Воздушная, Георгий Бодрый Музон. Так, отлично, еще какие варианты? Три человека написали только. Умар подключился под конец. Понятно, еще какие варианты? У нас уже начался вебинар, то есть вопросы не просто так. Так, Кобылянская Ольга, класс, окей. Еще, 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 давайте, давайте, не стесняйтесь. В общем-то, когда мы записывали эту композицию, мы записывали ее действительно на высоком драйве, вдвоем, с музыкантом Ильей в нашей группе. Вот он на басу играл, я на гитаре, на барабанах. Ну, он еще там подкладочки всякие делал, типа пианино и так далее. Вот. То есть, знаете, что я вам хочу сказать, как резюме? Вот к этому вопросу, да, и к вашим ответам. То, что творчество, ну, это такое вступление, да, к нашему вебинару, творчество. А давайте так, вы напишите, что есть для вас творчество вообще. Напишите тоже, давайте, только работаем все, пожалуйста. Вебинар все-таки бесплатный, да, ну, то есть нужно как-то поддерживать ценность знаний, и мы это можем сделать тем, что вы будете работать, и, соответственно, у вас что-то останется. То есть, когда вы будете практиковать, во время вебинаров какие-то ответы давать, это значит, что у вас останется что-то с собой. Так, Георгий, то, чем можно заниматься постоянно и не надоедает. Так, Георгий, творчество, такой ответ дал. Ольга, это самовыражение, хорошо. Еще какие варианты? Так, у нас сегодня, может быть, какие-то звуки, типа ремонт туда-сюда, ну, придаст нам немножко романтики. Соседи решили немножко это поремонтировать что-то. Так, Олег, для души, творчество для души, окей, еще какие варианты, что такое творчество? Давайте. Так как, ну давайте я скажу, почему это важен ответ на этот вопрос, потому что в зависимости от того, как вы воспринимаете творчество, вы в этой степени себя в нем реализуете, и в этой степени у вас качественное творчество. Так, Бальтазар, дать миру инновационное, новое, оригинальное. Окей, так, хорошо. Алексей, внесение новое в обыденное. Супер. Так, Умар, развитие своих способностей. Хорошо. Остальные подключаемся. Давайте, давайте. А то за вас работают там 6 человек, в лучшем случае. Вот, остальные просто так отсиживаются. Давайте включаемся, работаем, получаем результаты. До основной темы нам нужно немножко разогреться, раскачаться, чтобы войти в состояние определенное. Так, ну что, все? Иссякли варианты? Значит, друзья, у кого тормоза с самовыражением, да, то есть сегодня тоже для вас будет открытие. Это не значит, что вы какие-то там не такие, то есть все нормально. То есть какой-то момент, когда боишься написать на вебинаре,
сделать то, что ты хочешь, это все нормально. Вполне возможно, что как только вы раскроете себя, ну, из вас пойдет такое, что никто никогда не видел. Вот, поэтому ну, просто нужно сделать определенные шаги, которые мы будем сегодня делать. Так, Виктория, творчество – это удовольствие от результата. Хорошо, но, Виктория, удовольствие – это удовольствие. Творчество. Хорошо, спасибо. Интересные очень варианты. И все на тему, естественно, все круто. Все на тему этого вопроса. Но давайте с вами вплотную приблизимся к пониманию, что есть такое творчество. Так как мы с вами, заявленная у нас тема «Прорыв тотальной самореализации». Самореализация без развития не может быть. И без творчества тоже не может быть. Давайте разберем с вами, что такое есть творчество. Для того, чтобы понять, что такое творчество, нужно посмотреть вообще в корень слова творчество. Там есть твор, то есть творение, творец. Так вот, если вы не являетесь творцом, да, тогда вы не творите, то есть вы не занимаетесь творчеством. Если вы, например, как китайцы, переделываете кучу технологий, которые до вас уже придуманы, то вы не являетесь, в принципе, творцами. Ну, может быть, какими-то сотворцами ваших коллег, там, ну, какая-то степень уже меньшая, творчество намного. Это один момент. Второй момент в творчестве. Если то, чем вы занимаетесь, не достигает или не приводит в результате человека, либо вас к более высшим каким-то сферам, более высокому, грубо говоря, к источнику всего в большей степени, да, к трансцендентному, там, к Богу, как хотите так называйте, да, то есть что-то наивысшее, то есть что-то большее, чем было до этого, то это не есть творчество. Создание чего-то нового. Хорошо. Отлично. Значит, друзья, вот две, давайте остановимся на двух таких важных моментах, которые, в принципе, вы их о них сказали, охарактеризовали как-то. Ну, просто их прорезюмируем. То есть в творчестве должно быть что-то новое. Мы это будем называть трансцендентом, то есть результата, который выражен в чем-то возвышенном более, чем было когда-либо до вас, до того, что вы делали. То есть связано с вашим развитием тоже. То есть, смотрите, у нас вебинар рискует быть очень масштабным в том плане, что мы затронем очень много тем разных, и мы очень сильно рискуем их не завершить, эти темы. Поэтому буду говорить, да, и, возможно, какие-то темы пойдут на следующие вебинары, возможно, да, что-то будет незавершенное на вашу самостоятельную проработку. Так, Бальтазар, главное к этому идти не через наркотики. Окей, значит, ну, каждый сам решает, как к этому идти. Поэтому тут вопрос непонятный на самом деле. Например, Моцарт, да, там, любил припить, например. Вот. Я не сторонник, я не пью, например, но тем не менее. Вот. Все его слушают, и все круто. То есть он. Понимаете, опять же, вот послушайте, нам придется немножко эту тему проработать. Напишите, кто хочет создать что-то, да, пока вот просто что-то, что для мира принесет огромную пользу и на новую ступень развития человечества поставит. Напишите плюсик в чате. То есть, что перевернет, возможно, полностью мир к лучшему, или не полностью, просто подтолкнет, ну, кто как хочет, да, то есть, вот в эту тему подумайте. Так, плюсики, плюсики. Кто не хочет, минус напишите. Окей. Виктория не хочет. Вот у Виктория, значит, очень тяжело будет творить. То есть, смотрите, друзья, кто-то еще немножко путает творчество там с удовольствием или еще с чем-то. Удовольствие – это прикладное к творчеству. Но творчество – это создание чего-то более трансцендентного, более высокого, более возвышенного. То, что провоцирует человека на более высокие чувства, на более высокое. Если понятно, знак равно по творчеству. Угу. Окей. Отлично. Отлично. Хорошо. Если непонятно, значит равно. Напишите. Я еще не спросил, кто меня знает вообще. Даниил Ветров.
Напишите знаю, если знаете, и не знаю, если не знаете. Так. Угу. Знаю, не знаю. Знаю поверхностно. Хорошо. Значит, у вас, по идее, должна быть возможность приблизить презентацию, просто чтобы ознакомиться, с чем я могу вам с вами поделиться. Посмотрите на вот этой презентации, которую я вывесил. О себе говорить не буду, потому что не люблю. Уже многие знают, которые меня, я ну, не очень о себе люблю говорить. То есть дела пусть говорят. Давайте так. Напишите, кто полностью доволен своей жизнью, напишите 100%. Кто полностью недоволен, 0%. Ну и относительно этих цифр найдите то, насколько вы довольны своей жизнью. То есть, ну вот, от 0 до 100%. Где 100% полностью доволен, а 0% абсолютно недоволен. Так, Василий 50, Алексей 10, Георгий 30, Олег 50, Ольга, что это такое? Халтура, Ольга. Конкретную цифру напишите. Виктория 40, так. Так, что там такое у нас? Ну, друзья, если будет сильно доставать ремонт, ну ничего страшного, мы с вами с 3D связаны, иногда приходится даже на объектах находиться, поэтому если сильно будет слышно какой-то там зуд и так далее, все нормально, ничего. Виктория 40, Бальтазар 10, Ольга 80%, Михаил 7-8%, значит 7,5%, да? Михаил, хорошо, супер. Отлично. Алексей 77%, Умар 30%. Вот мне нравится, вот особо чувствующие люди, вот Михаил и Алексей. То есть я вот, если вы искренне в том, что вы написали, это вот респект. Потому что так чувствовать хорошо, насколько именно. Это дает талант. Так, Умар 30%. Хорошо. Так, еще есть какие-то варианты? У нас достаточно много людей на такую тему присутствует и в такое время суток. Поэтому давайте все работаем. Хорошо. Значит, смотрите, друзья, есть два варианта. Иметь жизнь посредственную, то есть серую, да, как у всех, это участь 98% людей. Алексей говорит, да, искренне, супер. Спасибо. Это участь 98% людей. Давайте так, напишите, кто хочет, вот реально тоже искренне. Ну, понятно, что риторически сейчас будет вопрос, но тем не менее, вы посмотрите и дальше поймете, зачем он был задан. Кто хочет попасть в эту массу 98% людей, которые никогда ничего не сделают в своей жизни и будут волочить такую посредственную жизнь? Ну, непонятно зачем, то есть биоробот, который ничего не делает в жизни, да? Кто этого хочет, напишите плюсик, а кто не хочет, минус напишите. Только все, пожалуйста. Кто хочет попасть в 98% бедломассы? Так, Олег минус, Умар минус, Алексей минус, Георгий минус, Василий минус. Ну давайте, давайте все только. Иначе я подумаю, что вы хотите тогда, да? Так, Михаил минус написал. Альтазар минус. Карен Хач минус. Александр минус. Ольга, пропала связь, повторите вопрос. Кто хочет попасть в 98% обыденных людей, то есть посредственных, быдломассу, которые у нас на земле? Виктория говорит, никто не хочет, но не надо за всех говорить, Виктория. А кто хочет, плюсик напишите. Ольга минус. Так, вот у нас 24 человека, ну, минус я. Смотрите, вот написали там 9, например, человек, да? Остальные. То есть, молчание – знак согласия или что? Так. Алексей, я хочу поднять до 770. Ну, до 100 сначала поднимите. Потом можно и до 1000. Так, Андрей минус. Вот, отлично. Спасибо тем, кто боялся, но подключается. Не бойтесь. Мы не кусаемся. Вам просто будет прокачка в худшем случае на неделю, на месяц, а в лучшем случае на всю жизнь. Поэтому давайте позаботьтесь о себе, участвуйте в нашем вебинаре. Не очень люблю людей, которые просто так сидят. Хотя иногда я сам тоже на некоторых вебинарах просто так сижу, но тем не менее, когда тема актуальная, я в ней участвую. Так, окей. Хорошо, спасибо.
Так вот, давайте следующий вопрос с вами зададим и на него ответим. И посмотрим на ситуацию вообще. Кто хочет попасть в 2% людей, которые вообще создают всю нашу жизнь? То есть те люди, которые творят, создают, те, которые развивают общество. Я не имею в виду тех, кто просто самореализуется, несмотря ни на что. Да? То есть это не тотальная самореализация, это эгоистическая самореализация. Я имею в виду тех людей, которые действительно великое что-то создают. Кто хочет плюсик или напишите «хочу». Так, Василий плюсик, Ольга плюс, Бальтазар, какими-то такими двусмысленными такое слово, авангард, так Олег плюс, Андрей плюс, Георгий плюс, Алексей плюс, так, Бальтазар плюс, Алексей плюс. Так, 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 давайте, давайте, все пишем. Все пишем. Михаил плюс. Угу. Так. Виктория плюс. Я предупрежду, я иногда, да, выражаюсь непонятно как, потому что спешу поделиться сильной информацией, поэтому я сам иногда со своих перлов очень смеюсь после того, как просмотрю. Но тем не менее, зато запоминается хорошо. Не знаю, как сказать, короче, правильно по-русски. Главное, что я хочу вам сказать, что... Нет, я лучше это на потом оставлю. Раз вот я оговорился, значит, попозже. Значит, тут, наверное, присутствует один... Все вот этого хотят. Все вот этого хотят. Теперь к вам вопрос, друзья. Что же вам мешает? Что же вам мешает войти в это число? И ремарочка, что у нас сегодня вебинар не запланированный, то есть он реально экстренный, он реально на волне. Именно, ну, не будем сильно в какие-то эзотерические темы вдаваться, хотя этими делами, ну, только с практической точки зрения я занимаюсь, то есть то, что работает с эзотерической в эзотерике, я это использую. Но вот время пришло, то есть нужно было дать этот вебинар сегодня, вот, поэтому мы это делаем. И он будет очень странный. Он будет очень странный, но он будет очень сильно работать. И он может быть где-то нелогичный. То есть предупреждаю. Может у кого-то сильно покорежить в плане понимания, что вообще происходит. Но вот главное наше намерение, ваша раскрутка и прорыв, он будет происходить у вас. Так, Евгений тоже написал. Хорошо. Напишите. Если вы не хотите, да, быть 98% этих людей, хотите попасть в 2% людей, которые действительно самореализуются тотально, творят, создают, ведут жизнь своей мечты, постоянно в потоке, в радости находятся, несмотря на то, что даже трудности какие-то могут быть, что же вам мешает? Напишите. Что же вам мешает, елки зеленые? Так, Бальтазар, внутренний надсмотрщик. Угу. Так, Виктория, мешает неверное распределение приоритетов и времени. Георгий, волну нужно поймать, которая несет. Еще не поймал. Олег, лень. Василий, повседневное отвлечение. Виталий, нет учителя. Окей, еще какие варианты? Давайте, давайте. Если вы были искренни в ответах на вопросы, давайте напишите все-таки. Почему? Не случается. Так, Ольга, отговорки мешают. Окей. Главное, чтобы вы, когда это говорили, Ольга, это не было просто знание того, как преподаватели, да, вам поясняют. Это все отговорки там, и так далее. Ну, какая разница, знаете вы это или нет. Главное, чтобы искренне вы нашли эту причину. Так, Алексей, мешают родные, которые думают, что я занимаюсь ерундой, но я поставил себе цель и к ней иду, не слушаю никого. Окей, так, Бальтазар, прокрастинация, то есть откладывание на потом, да. Ольга, это искренне, окей, отлично. Еще варианты. Михаил, нет систематизации и собранности. Хорошо. Хорошо, какие еще варианты? Ну давайте, друзья, будем же решать ваши вопросы. Не стесняйтесь. Да. Умар, лень. Евгений, много информации, каша в голове. Олег, не понимают эти 98% вас. Хорошо. Алексей, вот ведь вопрос. Нет концентрации и направленности. Отлично. Так, Василий, недостаток информации и времени. Хорошо. Так, еще. Еще есть какие-то варианты? Ну давайте, друзья, я зачитаю именно с комментариями.
Значит, Бальтазар, внутренний насмотрщик. Смотрите, вот все, что касается типа «я думаю», типа «как-то так оно на самом деле происходит», «мне что-то мешает» или «кто-то мешает». То есть это все называется, грубо говоря, рефлексия мозга. То есть недостаток действия приводит к... Ну, смотрите, например, течет река, да? Течет река. Если она прекращает свое течение, то он постепенно превращается в болото. Вот эти всякие внутренние насмотрщики, лень, там какие-то вот отговорки, кто-то написал, там еще что-то, да, в этом духе. Это все называется превращение в болото. То есть ваша энергия, давайте представим себе, вот кто-то знает, в детстве там многие ставили, ну кто-то сейчас ставит на велосипеды динамо такие машинки. То есть, а эта динамо-машинка, она соприкасается с колесом, когда колесо крутится, отвращение там, части этого динамо-машины, вырабатывается электроэнергия, и электричество поступает на лампочку впереди там, велосипеда, что освещает путь. То есть, как только велосипед прекращает движение, то есть энергия пропадает. Да? Вот здесь вопрос, который мы будем касаться, я немножко вперед забегаю. Вы не сможете убедить там, надсмотрщика, вы не сможете побороть лень, ничего. То есть, пока не будет начато движение в сторону, хотя бы, даже если вы не знаете, куда двигаться конкретно, хотя бы по направлению к тому, что ориентировочно вызывает вас драйв какой-то, да, то есть то, что всегда мечтали, например, там в детстве, или прям что-то, движение, действие, вырабатывается энергия. Вот пока вы будете об этом думать, ничего не произойдет. Когда вы начнете действовать, хотя бы для интереса посмотреть, выработается ли энергия, вы убедитесь, что выработается. Вот, поэтому вот эти вот надсмотрщики, на них забивайте, на лень забивайте, попробуйте действовать. Так, нет учителя. Нужно начать движение. Знаете, есть такое выражение, когда готов ученик, да, учитель находится. Почему? Потому что, во-первых, движение, когда начинается у ученика в поисках, это же тоже движение, то, естественно, учитель уже замечает этого ученика. Но если он сидит просто и думает, это учитель не придет. Так, повседневное отвлечение. Поговорим немножко, они выйдут на второй план, я думаю, после сегодняшнего вебинара. Так, мешают родные. Значит, смотрите, как, если вы находите причину в других, кто бы это ни был, это значит, что вы отдаете, прямо сейчас отдаете свою силу. То есть, смотрите, я могу, не прибегая к каким-то экстрасенсорным там, методам, просто заключить, что у вас не хватает энергии на реализацию цели. Почему? Потому что вы отдали тем, кто, по вашему мнению, вам мешает. То есть подумайте на эту тему. А когда вы понимаете, что ни от кого это не зависит, только от вас, тогда вы передаете вот эту вот корону, в кавычках, надеваете на себя, да, и энергия идет через вас. Так, откладывание на потом, ну, тоже, в принципе, я проговорил на эту тему. Нет систематизации собранности, это все тоже следствие того, что я проговорил, но детальнее мы чуть дальше будем об этом говорить. Каша в голове возникает тогда, когда нету реальной цели, которая является для вас ориентиром. Так, недостаток информации. Забирает много сил, динамо. Динамо не забирает много сил, динамо дает вам силы. То есть вы есть динамо машина, вы. То есть вы не крутите колеса. То есть, понимаете, крутят колеса совершенно другие, скажем так, структуры. То есть энергия вам дается, вы ее просто не вырабатываете, она у вас в болото превращается. То есть река не течет. Вы начинаете двигаться по направлению там, к мечте, к самореализации, появляется эта энергия, высвобождается. Ну, причина только в себе, это недостаточно понять. Виталий пишет, так, Бальтазар, трудно дойти до первых результатов, которые уже дают энергию для своих сил и силы. Хорошо, огромное спасибо за эти ответы. Давайте с вами проговорим множество аспектов, ну как множество. Давайте я сейчас посчитаю, сколько я выписал. 9.
9 аспектов, которые вам помогут всю эту вот шелуху, да, убрать. То есть, вот это все ограничения с вас снять. То есть представьте, что вам мешает, ну, такая метафора, что-то на плечах лежит, да, вот по сути вы сами по себе, вы абсолют, то есть можете все что угодно, но что-то мешает. Вы как-то это называете, вот, ну как-то, то, что вы сейчас назвали. Это все можно снять, причем никак не влияя там, на окружение ваше, ничего не делая для этого, а просто поняв некоторые вещи, о которых мы сегодня поговорим. Значит, смотрите, для того, чтобы, ну, предварительно, единственное, нам нужно с вами вот что проговорить. Значит, для того, чтобы вам в максимуме пребывать постоянно и в движении вашем на максимуме, получать максимум энергии, максимум результатов, вам нужно иметь огромную цель. То есть огромную мечту. Огромную мечту. То есть то, что вас реально сильно-сильно вдохновляет, либо если вообще ничего не вдохновляет, по крайней мере, по отношению всему к тому, что вы видите вокруг, это в большей степени вдохновляет, чем остальное. Ну вот представьте себе что-то. На уровне человечества, можно на уровне Вселенной, все что угодно представить. Мечту огромную. Она может выходить за пределы жизни, как угодно. Это должно быть... Ну, давайте наводящие такие моменты, без них но вряд ли мы обойдемся. Все там преподаватели или тренера, которые там, по, например, по не самореализации, а по предназначению, например, найти свое предназначение. Ну, одно из упражнений очень простых. Я его не очень сильно люблю, но иногда помогает, если человек зашел прям в тупик. То есть нужно вспомнить все, что нравилось в детстве. Это просто то, что вызывает радость и удовольствие. Просто это надо все выписать. Все, что в детстве нравилось. Удовольствие, да? А вспомнить детство, кем вы мечтали стать. То есть тоже все это выписать. И сейчас, со своего уже опыта, посмотреть, что из этого действительно осталось актуальным, то есть действительно зажигает вас. И то есть сделать это прикладным. То есть посмотреть, как на этом деньги можно зарабатывать, действительно ли это человечеству может быть интересно, действительно вы получаете от этого кайф. Да? Ну вот космонавтом кто-то. То есть не вопрос. Вот Ричард Брэнстон, например, он делает сейчас в космос там какие-то вот тесты, да, там путешествия в космос. И по всей видимости он будет первым, кто запустит туристические вот эти все компании в космос. Кто вам мешает этим заняться, если вас это реально вдохновляет? Не вопрос. То есть, вот не вопрос реально. Сейчас мы с вами должны убрать все ограничения. Я вас еще раз хочу предупредить, это не для всех, я бы даже надо было, наверное, написать, что плюс 18, потому что, люди привыкли, понимаете, если вдруг случайно сюда зашел кто-то из 98% вот этих людей, да, то есть быдломассы, то вот извините, пожалуйста, но вас после этого может очень сильно колбасить, и ну, подумайте хорошенько, может быть, вам стоит просто выйти. Вот. Я очень хорошо отношусь вообще, в принципе, ко всем людям, но относительно этой темы нужно четко разделять и понимать, что, где и почему. Поэтому немножко вот такой вот контраст внес я относительно категорий людей. Так, Алексей, а вот с этой точки я и не смотрел, что я Динамо. Отлично. Василий, иногда сложно делать выбор, что... того, что лучше, очень много разных вариантов для развития. Значит, опять, друзья мои... Если такая штука перед вами стоит, вы не понимаете, куда действовать, нужно куда-то действовать, что, по вашему мнению, приведет к наибольшей самореализации, наибольшей пользе, наибольшему драйву. То есть надо начать. Надо начать. Если вы первый на этом пути, если никто до вас этого не делал, то тем более. То есть нужно брать и делать. Брать и делать. И на этом пути вы получите уже определенные результаты. Вы будете знать, сюда вы идете или не сюда. Но у вас будет огромный опыт уже. И в ходе этого опыта вы будете получать огромную энергию. Так, Михаил, не слишком ли много желающих бежать? Так и рождается давка. Причем сбежать? Мы говорим о вашем пути. На вашем пути вы единственный. Откроет. Вот хорошо, спасибо за такой вопрос, на самом деле. На вашем пути вы единственный. Понятно, да? Так, окей. Значит, смотрите, огромные мечты, огромные цели, запишите себе. То есть поработайте сегодня и сейчас, можно не писать в чат, просто для себя
представь себе какую-нибудь огромную цель. Ну вот, например, нам пришлось быть первыми на пути создания, ну вот я и Роман Скорняков, создания первой школы заработка на 3D-визуализации, например. Как вы думаете, легко нам или сложно вносить эти новые знания? Очень тяжело на самом деле, потому что огромная стена, то есть людей крутых, якобы 3D-визуализаторов, которые рассказывают, что это невозможно. Да? А у нас ученики с нуля делают такие результаты, которые не делают опытные, например, 3D-визуализаторы. Ну и что? Ну и что? Главное то, что это реализуется, главное то, что это идет. Если бы это не шло, мы этим не занимались. Да? Вот такой вопрос. Вот, ладно, давайте дальше пойдем. Значит, огромные мечты и цели, еще раз повторяю, запишите. Вам нужно выделить время на себя. То есть фишка вот какая. Есть очень хорошая практика. Это выделить с утра, в начале дня на себя некоторое время. Сколько это возможно? У всех разные положения, но если вы действительно хотите тотальной самореализации, нужно выделить хотя бы полчаса, час. То есть никто вас не должен отвлекать. Можно выйти там на природу, уехать на природу на это время или еще что-нибудь и слушать себя. То есть все лидеры, а кто такой лидер? Это тот, который просто выбрал путь, не слушает никого и делает то, что нужно. И тогда за ним идут люди. Все лидеры уединяются всегда. Для кого это откровение, посмотрите, пожалуйста, на ваше окружение, посмотрите, пожалуйста, на тех людей, которые вы знаете, возможно, вы лидер тоже. Просто сравните, и вы поймете, что лидеры выделяют время на себя. Может быть, даже просто на тишину. Так, Георгий, если дело прет само, то легко, если нужно тянуть и пинать, то сложно. Это... Категории сложно, легко вас вообще не должны интересовать сейчас на этом этапе. То есть вы сейчас выбираете между дерьмом и жизнью мечтой. Понятно, да, то, что категории легко или сложно тут не имеет значения сейчас. Потому что вы выбираете второе, вы выбираете жизнь своей мечты. Какие нахрен легко или сложно? Не имеет значения. Вы либо в дерьмо превращаетесь, открываем тайну, то есть превращается болото, река, либо течет. Вот выбирайте, пожалуйста. Так, дальше. Тяжело или сложно вести вебинары? Да. Ну, Георгий, я как бы понял, да, эту тему. Но я хочу, чтобы все понимали еще, о чем мы говорим с вами. То есть важная тема, в общем-то. Ладно, я хочу продолжить дальше, потому что тут важные моменты. Время на себя. Запишите обязательно. Можно придумать какой-то час силы, да, там час утренней силы, например. Очень сильная тема, еще следующий пункт, запишите. Значит, как еще сориентировать себя, в каком направлении двигаться? Вот вспомните то, что вам хочется, или вот ну вроде бы надо, вы понимаете, блин, то, что если жизнь пройдет, вы это не сделаете, то пипец, да, но страшно. Вот если такое есть, а у всех такое есть, вот хочется, но страшно, нужно, но страшно, вот это и нужно делать. Алексей говорит, для меня откровение, неужели я лидер? Вполне возможно, почему нет? Так, Виталий, наконец-то хоть кто-то все называет своими словами. Окей. По этим пунктам, огромные мечты и цели, время на себя и делать то, что хочется, нужно, но страшно. Если есть вопросы, напишите. Если все понятно, знак равно. Многие ведут себя так, будто живут вечно. Ну, друзья, тут вопрос в том, что подсознательно мы-то понимаем, что есть... ну, блин, мы рискуем, опять же, я уже предупреждал, мы зайти на такие темы, которые очень тяжело говорить в свободном доступе, скажем так. Это очень закрытые темы. На жить вечно там, и так далее. То есть у нас что-то есть, что может размышлять о этой вечности, да, ну вот так скажу. Но люди, вот эти 98%, они просто, ну мы об этом поговорим, господи, они просто не понимают, к чему это приведет.
А я вам скажу, к чему это приведет, вот эта жизнь. На смертном одре, да, проводили исследования там американцы, которые все это любят статистику сводить, в доме престарелых проводили там все эти исследования. И выяснилось, что 95% из них, процентов, они уже пребывают в конце своей жизни в аду. Они это как слова облачают. То есть, что они говорили, эти старики? Они сожалели о том, что они побоялись сделать то, что хотели. Они побоялись пойти, они побоялись попробовать, даже если это было неверно. Понимаете? Ну вот, я не знаю, вот у кого сколько фантазии. Вот подумайте, что с вами будет, если так же продолжить. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, зачем вообще человек нужен? То есть, ну зачем вы? Зачем человечество? Зачем человек рождается? Что за фигня вообще такая происходит у нас? Ну, явно не для того, чтобы быть овцой, да, которую пасут, там, потом зарезают, там, используют там, на меха и так далее. Хотя 98% используют. Я очень надеюсь на то, что вот эта статистика, кстати, 98% относительно 2%, это существующая статистика, реально, вы где-то будете встречать, ну, все, может быть, все чаще и чаще. Я думаю, что время пришло для того, чтобы увеличить этот процент. Не 2, а в ближайшее время, чтобы стало 5 хотя бы. Это будет уже очень огромное. А превратится все наоборот. 98% вот людей, которые тотально самореализуются. Так, Михаил, что мне больше всего мешает? Что больше всего мешает нам двигаться? Сомнения. Тоже верно, согласен, хорошо. Так, Олег, Леонардо да Винчи не думал, успеет или нет. Он просто творил. Олег, давайте мы не будем говорить за Леонардо да Винчи, что он там думал. Так, Вячеслав, чтобы пилить в 3D Max. Алексей, не быть частью толпы. Так, Михаил, пилите, Шура, гири, а не золотые. Георгий, 98%, значит, именно для этого. 2% уже погрешность. Окей, друзья. Так, хорошо. Я хотел бы, чтобы пару человек еще ушло у нас из вебинара, которые не понимают, что здесь происходит. Что за тема вебинара? Ну вот. Василий, кто знает ответ на этот вопрос, я бы с удовольствием послушал. Окей, еще раз интригующий вопрос, друзья. Кто-нибудь даст мне ответ, зачем вы? Зачем вы родились вообще? Есть ли смысл в том, чтобы просто родиться, просто по направляющей, в которую вас пнули, не понимая, что происходит, быть? У каждого свои дети, религия, семья. И что? Ну, зачем вы? Может, нахрен не надо все это? Может, обратно? Ну его нафиг. Ну, кто-нибудь есть с идеей интересной? Василий говорит, может быть, делать выбор. Интересно. Так, еще. Михаил, предназначение. Ну, предназначение. Так, хорошо. Еще какие варианты? Георгий, общего для всех смысла нет. Ну, я вас умоляю. Вы просто... Ой, как бы вам сказать, все мы живем на планете Земля или нет? Ну все, ну елки зеленые. Поэтому, так, у нас тут свет вскочил. Так, вроде свет есть. Оба. Значит, электроэнергия скачет, значит, вообще жарко у нас. Ну что? Значит, на уровне, если Земли мы можем сказать, что мы живем на Земле, мы человечество, значит, на этом уровне можно и смысл понять человека. Человек есть дух. Так, еще. Смысл ваш, Георгий, лично.
Напишите. Так, Евгений, чтобы реализовать себя в своем выборе. Интересно, хорошо. Михаил, движение – это жизнь. Можно двигаться с разной скоростью и курсом. Угу. Так, Алексей, светить всегда, светить везде. Если вспомнить Маяковского. Хорошо. Так, Бальтазар. Для реализации своих устремлений имеем свободную волю, и путь появляется под нашей занесенной ногой. Так, хорошо. Михаил, кара небесная, я просвет. Вячеслав, в Библии есть ответ, я точно знаю. Ай-яй-яй-яй. Так, еще варианты. Георгий, на уровне земли смысл для тела, размножение питания. Хорошо. Так, ну я дождался, что пару человек ушло с вебинара. Хорошо. Значит, смотрите, друзья. В нашем контексте разговора мы должны с вами понять, что есть такое смысл. Если вы хотите получить смысл жизни, вы должны понять, что такое вообще смысл, то есть значение слова истинное. Есть разные уровни понимания этого слова. Давайте дадим, опять же, в контексте нашего здесь вопроса. Многие молодцы, то есть, кто дал ответы, очень интересные. Они вот связаны с тем, что я сейчас скажу. Мы всегда смысл находим в том, что выше нас имеет как бы причину. То есть мы не будем это как-то называть определенным словом. А может быть и назовем дальше. То есть, смотрите, давайте вот все-таки форму дадим словесную. Какой смысл человека? Одно из пониманий смысла человека. Энергия, то есть источник всего. Сейчас внимание, пожалуйста. Источник всего, заметьте, никакой религии. То есть каждая религия подходит. Источник всего, то есть абсолютно всего, что есть. Из него есть постоянная энергия. То есть энергия, мы не поймем, что есть такое. То есть если мы будем сейчас давать слово, определение слова энергия, мы не поймем, что это такое. Но, то есть это какая-то сила определенная. Источником всего можете быть и вы этого пока не понимаете. Но, вот что-то высшее, абсолютно высшее. И эта энергия идет через вас, она идет через все. И смысл в том, чтобы, чувствуя эту энергию, как компас внутри вас, то есть сердце, там, да, чувство по кайфу, желание самореализации, реализовывать это. И тогда вы реализуете себя как человек, вы получаете этот опыт и так далее. Как это для каждого, вы можете назвать по-разному. Но одну из трактовки вам нужно вот эту понимать обязательно. То есть без понимания того, что есть что-то выше, и что вы можете это проявить и стать еще выше, вы не будете развиваться. То есть в человеке в природе заложено стремление к высшему. Это творчество, там, 3D-визуализация, что угодно. Если вы не идете к высшему, если вы не привносите, а реализуя вот это высшее в жизнь, действуя, вы делаете человечество выше, выше, выше. Если это понятно, знак равно. Это продолжение рода человеческого, это одно из. Но мы сейчас дали максимально, насколько это возможно, вот за это короткое время, в контексте вебинара нашего вопроса, определения смысла и зачем человек нужен. А 98% вот эти, их просто пасут. Реально пасут, понимаете? И так не должно быть на самом деле. Но мы сейчас не будем углубляться в эту тему, то есть мировое правительство, там вот эти все туда-сюда, там, рептилоиды, там, серые, то есть это нахрен нам сейчас не нужно. Но фишка в том, что их пасут, но так не должно быть на самом деле. В итоге. Не должно быть. Так, Василий, достижения однозначно приносят удовлетворение, но в этом ли прям смысл всей жизни? А я не говорил про достижения. Я говорил про то, чтобы источник всего, который проходит через вас, вы его слышите и реализуете. Это что-то интимное, понимаете? Я не говорю вам, что вы идете туда, что не приносит вам реально
удовольствие и ощущение смысла. То есть это работа ваша внутренняя. И очень, но это достаточно серьезная тема. Это тема всего человечества. То есть это все религии и так далее. То есть понимаете, какую тему мы с вами затронули сейчас? Это не хухры-мухры. То есть, поэтому плюс 18. То есть, кто не понимает, нужно немножко там, наверное, отойти от вебинара. Так, Михаил, можно быть звеном в цепи, а можно рукой эту цепь держащей. Ну вот, послушайте внутрь себя. Вячеслав, к примеру, мой брат думает меньше работать, больше зарабатывать. Для него такой смысл. Ну, я же вам говорю, это не смысл человека. Это просто какой-то дополнительный смысл. Внутри какого-то там смысла. Так, Олег, жить в гармонии. Так. Олег, 130 в детстве, взрослым, а потом для детей. Так, знаки равно есть, я очень рад. Так, Алексей, то есть нет предела самосовершенству. Тоже, ну, тоже верно, но не, это вас не должно вообще, в принципе, смущать или интересовать. Какая разница? Так, Бальтазар, 98 это фон или подножие пирамиды, они тоже нужны. Ну, понимаете, сейчас может быть да, но вообще нет. Так, Вячеслав, о, ребят, где выбег про 3D? Вячеслав, идите нахрен. Георгий. Даниил, ну почему же не должно так быть? Тут так всегда было устроено. Планета Земля, так добро пожаловать. Георгий, давайте вы мне докажете, что так всегда здесь было. И когда вы докажете, дойдете до 200 там, тысяч лет назад или раньше, конкретное доказательство представите, тогда мы с вами поговорим. Понятно, да? Хорошо, друзья. Очень круто, да, то есть я заранее буду извиняться, если я там буду жескач какой-то пилить, ну, мы на высоких скоростях, то есть, люди с вами взрослые, да, то есть не обижайте. Так, корона не царапает потолок, неадекватно, ну вот. Так. Дальше идем. Вот Вячеслав, значит, еще раз такую какую-то херню напишите, удаляю, нефиг тут находиться. Идите там, посидите где-нибудь в другом месте, что вы там любите обычно делать, пожрать что-нибудь там. Не вопрос. Когда захотите, как-нибудь поговорим вместе. Не мешайте людям. Так, Олег, 130. Если человек оптимист, он относится ко всему спокойно. Откуда вы знаете? Вы оптимист, Олег? Значит, дальше, друзья. Дальше. Новый этап. Идем дальше. Резюме, то есть повторим еще раз, огромные цели, мечты, время на себя, делать то, что нужно и хочется, но страшно, связь с трансцендентным, что такое трансцендентное, кто мне напишет, связь с трансцендентным, следующий, окей, если вы, Олег, оптимист, то я вам верю. Окей. Что такое трансцендентное? Напишите. То, что над материальным. Супер. Еще какие варианты? Связь с трансцендентным. Напомню о том, что у нас с вами тема вебинара. Прорыв к тотальной самореализации. Вашей тотальной самореализации. Михаил, связывающая сущность. Еще какие варианты? Георгий, Михаил у нас написали. Так, остальные. Ну, совсем тяжко, да, наверное уже. Совсем не для всех. Так, Бальтазар, непостижимое. Ну, окей, друзья, ладно, не напрягайтесь. Спасибо, все верно. Значит, он написал, все верно. Ну, совершенно верно. То есть источник всего, что там над. Так, Пушок, то, что за пределами восприятия. Ну, тоже вариант. Хорошо, супер. Василий, что-то недоступное познанию. Не факт. То есть, я бы даже так вам сказал, вы прямо сейчас познаете это трансцендентное, просто не осознаете. То есть познание у нас еще идет на разных уровнях с вами. То есть сегодня совсем уже скачет. Виктория потусторонняя. Ну, вариант, да, хорошо. Супер. То есть вы должны
Давайте такое маленькое упражнение. Хотите упражнение? Плюсик. То есть можете записать его или запомнить и самостоятельно выполнять. Если хотите, плюсик. Не хотите, минус. Если кому уже сильно страшно, значит минус. То есть, я вам говорю то, что реально, то есть, работает. Если вы находите для себя интересным то, что у вас вот на экране находится, я это чисто для вас разместил. Мне это абсолютно насрать. То есть я не хочу показывать то, что я достиг. Реально, потому что я сейчас занимаюсь другими вещами, которые вот, ну, не хочу, чтобы меня тормозило вот то, что все думают, что вот только вот это я умею. Понимаете? Ну, тем не менее, кому-то, в принципе, интересно, вот это все с помощью этого достигается. У меня есть возможность общаться с людьми, которые по отношению к большинству очень выдающиеся. Понимаете, очень выдающиеся. И это все в них связано, то, о чем я говорю. Сейчас я могу уже об этом сказать. Я очень не люблю начало вебинара за то, что приходят некоторые вот... Вот, блин, не хочется обижать, ну, понимаете. Ну, есть вот потребители, да, условно, разделить, а есть создатели. Вот мне интересно с создателями общаться. Мы все-таки с вами люди творческие. Вот, блин, те, кто хотят просто... Ай, съесть вебинар, просто пожрать там и пойти там в туалет после этого, да, вот. Насрав на все эти знания, говорю, очень сильно влияет. Вот, блин, ладно, короче, воздержусь. Бальтазар, бывает страшно с собой настоящим столкнуться. Я вам скажу так, Бальтазар, вы настоящие, вы себе понравитесь. Вы настоящие себе понравитесь. Не переживайте. То есть, ну, какие-то там блоки, там, это все фигня, быстро проходит. То есть, смотрите, спасибо, плюсиков много, значит, даю упражнение простое, может быть, где-то его встречали. Самое главное, такое, ну не предостережение, а напутствие, ощущения должны быть лично ваши. То есть все должно быть не так, как я вам сказал, это только наводка, а ваше личное переживание, то есть что-то интимное. То есть это ваше личное. Подумайте над этим, когда будете выполнять упражнение. Значит, смотрите, вы представляете источник всего, как бы он ни был. Представляете, можете его духовно представлять, как угодно представляете. Можно помочь себе, и очень хорошо помочь себе представить центр Вселенной. То есть, ну, например, от центра Вселенной там ученые, например, доказали, что от него там расходится во все стороны все, что есть во Вселенной. Да? Даже некоторые там можете посмотреть у меня на страничке ВКонтакте, либо посмотреть, там ученые нашли там, центр галактики, там что-то храм, то ли город в центре галактики. Ну, не знаю, правда, неправда, не имеет значения. То есть для тех, кто чувствует и кто это видит, ну, тот найдет истину. Значит, вот центр всего, источник всего, вы представляете, сейчас речь только о вас. То есть сейчас ваша жизнь на кону, вы работаете сами с собой. Вы расслабляетесь определенным образом. При определенной практике вы можете не расслабляться, можете находиться в любом состоянии, ходить как угодно. То есть нужно привыкнуть просто к этому состоянию. Для этого есть такое вот, ну, вспомогательное упражнение, сесть, там, расслабиться, чтобы все расслабилось хорошо, вы почувствовали там, что все мышцы расслаблены, представляете источник всего, и что из него, из этого источника всего, идет мощный поток через вашу голову, проходит по позвоночнику, уходит там, ну, кто-то там занимается чакрами, да, там, будет сейчас меня поправлять, это не имеет значения, там может просто через промежность уходить вниз в центр Земли, может просто между стоп проходить, ну, желательно, чтобы все тело ваше, да, окутал и прошел через вас, насквозь через Землю и в центр Земли. Когда он через вас проходит, вы испытываете приятное ощущение, это интимное, ваша задача испытать эти приятные ощущения. То есть побыть так хотя бы 7 минут, там 5-10 минут в этом. То есть будут только приятные ощущения. Возможно, будет немножко давление, там, покалывание в голове. То есть это нормально. То есть это расширение какое-то происходит. Это все связано с творчеством, это все связано с вашей самореализацией. Дальше. Когда вы почувствовали, что вы это сделали, да? Вот оно случилось. Вы чувствуете, как обратно идет реакция от центра Земли. Да? Все желательно представлять в светлых цветах этот поток, то есть светлое свечение, потому что ну так, психология, наше подсознание устроено, что все, что мы в белом свете представляем, оно для нас полезно. Вот поэтому это в любом случае будет полезно. Не говоря о том, что уже какие-то там новые идеи у вас появятся, реальная связь там, с трансцендентом, да, вот такая сейчас у нас тема внутри вебинара. Вы можете почувствовать, что обратно идет энергия от Земли, и тогда вы можете ее пропустить опять же через вас, через, ну, между ног, то есть
через стопы и вверх через голову к центру всего. То есть вы и сюда еще добавить, как сверху вниз, когда вы делаете, так снизу вверх, добавить какую-то любовь, какие-то приятные ощущения, которые вы дарите и центру всего, и дарите земле. То есть хотите верьте, хотите нет, вы уже на этом очень сильно прокачаетесь. Можете добавить сюда после этого ощущение в груди, то есть почувствовать, что как у вас сердце начинает пылать там любовью. Эту любовь можно выплеснуть просто в мир, всему человечеству. То есть из центра там, до груди, например, там, сердечной чакры, вы распространяете эту всю любовь на все человечество. Очень тоже хорошо. Вот, такое упражнение. Супер, значит, идем дальше с вами. Очень сильно вас прокачает. Идем дальше. Если идем дальше, семерочку поставьте. Сейчас будет тема, которая коснется всяких вот личностей, да, которые... Забыл, как их правильно на жаргоне интернет называют. Блин, не фрики вот эти, а... Ну, которые вот флудят там вот это все. Тролли, тролли. Вот. Я имею в виду анекзодиене. Вот эта тема. Очень сильная. То есть, эти люди просто нас с вами не понимают, потому что... я уже могу сейчас на этом этапе вебинара рассказать, да, почему это происходит. Почему такая реакция, там, когда вы начинаете делать то, что никто не делал, и самореализовывать себя. Потому что подсознательно человек знает, что, на что он способен, и он этого не делает, у него возникает зависть. То есть вот из-за этого у него вытекает желчь такая, да, тролли, тролли, спасибо, да, Георгий. Против тролли игнор. Ну, я вам скажу, не всегда игнор. Иногда это очень нужно и показательный пример. То есть, если вы будете обучать кого-то, иногда имеет смысл заметить троллей, потому что это и обучающий момент. Как-никак уже ну, несколько сотен обучающих кастов я провел, по крайней мере, да. Поэтому некий навык вот в этом есть. То есть иногда следует. Вот. Я в педагогических целях иногда вот с троллями общаюсь. Да. Доказал, все можно это назвать сопротивление среды. Ну да, да, да. Ну вот давайте ближе к теме. Значит, что следующее? Что у вас приведет к прорыву, к тотальной самореализации? Независимость от мнения окружающих. То есть это иной раз. То есть это, давайте так, есть разные степени независимости от мнения окружающих, да? В определенный момент можно прислушаться и нужно, да? В определенный момент нужно даже послать куда подальше. Здесь нужно, опять же, это интимный вопрос, но вы должны понимать, что вы движетесь в своем реальном предназначении, да? Вспоминайте, вот мы первую часть этому посвятили, предназначение, как вот это почувствовать. Вы понимаете, что это интимное, это ваше, то есть вы движетесь правильно в жизни. Близких, конечно, наплевать не надо на близких, то есть нужно прислушиваться, все нормально, как бы развивать семейные отношения там, с друзьями и так далее. Но параллельно обязательно держать стержень по направлению к собственной самореализации. Если наступает момент, когда нужно послать всех в жопу, нужно посылать. Есть даже такая технология, ну шуточная, и иногда... Люди просветленные, ну просветленные это что, относительно других людей, постиг какие-то там вещи, чувствует себя очень комфортно в жизни, там по кайфу, там все свершается, все что он хочет. Вот даже от них можно услышать, там крутая там медитация типа дзен, послать в жопу, понимаете? То есть иногда это нужно сделать. Поэтому, если хотите, можете наводящие вопросы по независимости от мнения окружающих задать. Эта тема тоже очень большая. Вот с какой стороны мы к ней подойдем, может быть очень по-разному. Если вопросов конкретных нет, то я хотел бы пройти дальше. Да. Если вопросов нет, знак равно поставь. Нам нужно повторить с вами, что просто
опять же, потому что непривычно, и кто-то может упустить из виду, что действие, действие, действие рождает в вас энергию. Вспомните динамо-машину, да? То есть она выдает энергию, когда движется, то есть когда совершается процесс внутри нее. Когда вы реализуете себя, у вас появляется энергия. Окей. Так, что у нас еще? Ну, простая, в принципе, тема, что, ну как простая, но ее большинство почему-то в свою жизнь не приносит. Единомышленники, вдохновители. То есть напишите, у кого реально есть окружение вдохновителей, которые реально помогают косвенно или прямо вам для того, чтобы вы чувствовали, что идете вот на гребне волны, да, то есть вот реально к мечте. То есть вот оно то, что есть. А напишите плюсик там. А у кого нету минус? Георгий плюс, Ольга плюс, Виктория плюс, супер. Олег минус, Алексей минус. Так. Гука минус. Хорошо. Четкий вариант. Так, Бальтазар, у меня проблема с окружением. Андрей минус. И давайте все только пишем. Давайте, не сидим. Не сидим. Просто так. Вебинаров в вашей жизни еще куча будет, да? Вот, а жизнь у вас одна. Поэтому надо когда-то все-таки что-то сделать по отношению к себе. Это называется любовь к себе. Взять и что-то сделать хорошее по отношению к себе. Действовать. Так, Умар есть, да, окружение? У кого нету окружения и вдохновителей? Минус. Алексей минус написал. Так. Мало-мало ответов, друзья. 25 человек по меньшей мере. Это уже много для этой темы, но тем не менее. Так, Олег, плюс есть, да, Василий? Вы с Романом мне здорово помогли. Спасибо вам. Хорошо, супер. Так, Евгений, плюс. Хорошо. Отлично. Отлично. Значит, смотрите, друзья. Я делаю небольшую паузу для того, чтобы еще немножко подождать, когда люди, которым не очень понятна эта тема, пошли там заниматься более там, важными делами. Значит, смотрите. Как вы думаете, если ребенка с самого рождения посадить к волкам, и чтобы они его воспитывали там, в течение там, 6 лет, например, то можно ли его перевоспитать, во-первых, и во-вторых, ну, в человека превратить, и во-вторых, сможет ли он, ну, по-другому вопрос задаю, сможет ли он вообще научиться тому, что умеете вы, например, там, я. Алексей говорит, он не станет человеком, будет волком. Так, еще какие варианты? Георгий, нет, такие случаи описаны. Хорошо, Ольга. Если с рождения, то нет, отлично. Еще какие варианты? Еще какие варианты? Ну, давайте, давайте. Сегодня я хотел бы с вами говорить очень искренне. Уже на этом этапе вебинара. Ну, мне для этого нужно, чтобы вы писали в чат. Ну что, у нас три варианта, да, только есть? Так, Гука, окружение влияет, если все вокруг воет, то и ребенок будет выть. Некому его словам учить. Хорошо, так, ума. Много времени для этого потребуется. Так, еще такой вариант. Хорошо, Бальтазар. Теми, кто мы есть, делает нас окружение. Ну, хорошо, он только ответ на вопрос, да, меня интересует. Георгий человек, равняется дух, тело, социальность. Хорошо. Алексей 50-50. Так вот, друзья, спасибо за ответы. Значит, эксперименты, да, совершенно верно. Эксперименты проводились, специальные и не специальные. Значит, до определенного возраста, по-моему, там до 6 где-то лет, примерно,
А если ребенок находился в какой-то среде, ну вот, не соответствующей тому, в которой мы растем, он потом не мог научиться ни говорить, ни ходить как человек. Да, вот, ну, на примере с волками. Который говорит, вопрос с подвохом. Человек отличается от животного способностью к мышлению, а ребенка нужно обязательно научить мышление. Ну, кто как видит, ну вот подумайте теперь. А отличается ли человек в этом смысле, да, вот на этом примере, от животного, если он превратился в волка в течение там 6 лет, пребывая с ними, прыгает, лазит там по помойкам, там, я не знаю, где он там, хватается за дичь, раздирает ее зубами, все нормально. Живет хорошо, не болеет. Вот она пауза сейчас, вам подумать. Зачем я это сказал? Бальтазар, ребенка невозможно ничему специально научить, он просто копирует тех, кто вокруг. Ну, есть, да, в этом правда. У меня двое детей. Двое детей. Но мы просто учим своим поведением, да. Большей части, 98% или в худшем случае, там, и в лучшем 80% мы обучаем поведением, а 20% каким-то наставлением. Так, Георгий, животные мыслят иначе, цель медитации – отключить сознание и созерцать. Кошки в этом состоянии пребывают постоянно. Ну, опять же, вот понимаете, друзья, вот ну, это не очень хороший способ познания. Вы не знаете, как кошка мыслит на самом деле. Понимаете, вот ну, зачем это? Олег, 130. С кем пойдешь, этого наберешься. Отлично. Так, Гука. Физически он может и развиваться, но психологически человек нет. Отлично, да? То есть мы с вами сейчас доказали себе, да, и всем, кто, может быть, просто так слушает, боится что-то написать в чате, что если вы находитесь в окружении, которое вас не развивает реально, то в переводе на этот пример вы останетесь волком. Да? Ну, в данном случае это отрицательный пример. Да, мы не берем там силу там волка там бесстрашие и так далее, мы говорим, что он не человек, понимаете? Поэтому жизненно необходимо находить, жизненно просто необходимо находить тех людей, которые вас вдохновляют. Что значит вдохновляют? Это те, которые не только просто говорят, да, у тебя все получится, все хорошо. Это полдела. Если это человек, который это говорит, не имея тех результатов, которые вас вдохновляют, перевожу. Если он их не имеет, то в этом окружении вы тоже не будете иметь эти результаты. Вы будете, если развиваться, то очень тяжело, очень долго. Очень долго. Понимаете? Так, Лука. О, это точно. Я живу в небольшом провинциальном городке. После жизни в мегаполисе чувствую, что деградирую. Ну, вот. Так, Алексей, по поводу окружения согласен. Так что, друзья, какие выводы? Ставим большие цели. Вспоминаем все, что вы записали, и добавляем к своему окружению тех, кто вдохновляет вас результатами, которые просто своим присутствием, просто своим состоянием, как вы правильно заметили, то есть своим примером. Вот, кто написал. Не помню. Вот, Бальтазар, по-моему. Вот. Своим примером ставит вас в такое положение, что вы не можете по-другому. Вы превращаетесь постепенно того человека, которому мечтали быть. Это одно из важнейших моментов. Другими словами, это называется контекст. В какой контекст вы попадете? Ну, например, цветок, если растет на бесплодной, да, скажем, почве, то из него вырастет какая-то фигня. Согласитесь, да? Вот. А если он там минерализированная почва, там поливает, все хорошо, там, и хозяйка там растит там, с любовью там, и так далее. Все хорошо. То есть питание происходит как надо. Вот вы питаетесь своим окружением, оно вас питает. Вот такой человек, не знаю, существо, создание, устройство. Вот такое. Контекст или рассол, да. То есть, если вы не маринованный огурец сегодня, то вам нужно найти банку с маринованными огурцами. Просто залезть в нее и посидеть немножко. То есть, через некоторое время вы станете маринованным. Совершенно верно. Супер. Так, хорошо. Я хочу вам еще, с вами еще поделиться, ну, не знаю, как это назвать, практика, не практика. В общем, хорошее мышление, скажем так.
для вашей тотальной самореализации. Подумайте, поразмышляйте на такую тему. Вот я люблю вот так работать. Давайте вы все-таки напишите. Даже если вопросы абсурдные, вот на таких абсурдных вещах рождается истина. Да? То есть абсурдных простых вещей люди не замечают. Давайте напишем ответ. Кто смотрит из ваших глаз прямо сейчас? Кто осознает все из вашего тела, да, или из того, как вы себя ощущаете, в каком месте там, вы себя ощущаете? Кто прямо сейчас все это осознает? Видит там монитор, видит там количество людей, которые здесь находятся. Например, кто думает там или не думает? Кто вообще принимает решение сейчас написать в чате? Напишите. Любой ответ напишите. Алексей, если у цветка есть цель, то вырастет на любой почве. Ну, давайте так. Все в нашем мире подобно. Вы сделаете эксперимент. А я вам хочу еще тоже параллельно тогда поделиться таким наблюдением. Например, окружение наше, я имею в виду природа, да, вот, ну, не окружение, а природа, потому что в контексте предыдущего вопроса мы сейчас запутаемся. Вот природа, например, деревья, там цветы, трава. Если мы по примеру подобия рассмотрим, что у травы есть определенное предназначение в своей жизни, да, что оно, в чем оно будет заключаться? В том, чтобы быть травой. Это очень просто. В том, чтобы быть травой. Именно такой. Такой формы там, да. Вот, у нее заложено, как брать информацию, куда расти, куда развиваться. Вот если трава захочет стать деревом, да, вот такой, как бы, ну, такой пример, то она будет очень сильно мучиться, ей будет очень плохо. Вот попробуйте переложить это на человека. Если он не реализует себя, свое предназначение, как у него заложено, да, то есть свое, вот это семя, как он родился и развивается, если он не реализует, он мучается. Если он по своему предназначению идет, реализуется, то все круто. Все дается, все ресурсы даются. И он развивается в то, что предназначено быть. Поэтому в контексте этого, если у цветка есть цель, ну на уровне цветка у них вот такая цель. Понимаете? Поэтому на любой почве он тоже не вырастет. Совершенно на любой. А вот человеку нужна тоже определенная почва. Так, Георгий. Еще раз повторяю вопрос. Кто-то может улетел сильно далеко, то есть возвращайтесь, пожалуйста. Я вопрос задал, кто смотрит из ваших глаз? Ну, простой вопрос, я не пойму. Вы каждый день смотрите, не можете найти, что ли? Кто? Георгий, дух, наблюдатель за наблюдателями. Угу. Так. Василий, ой, мне так интересно. Что же это на самом деле? Так, Георгий. Трава – это материальная природа вещей, аналоги с человеком, не может стать жирафом. Так, Георгий, то, что вы не познали сами, не надо говорить. Я просто не хотел бы давать примеры, они будут очень тяжелы в контексте свободного вебинара, которая докажет немножко другое. Так. Михаил говорит, я. Смотрит из глаз, да? Слушает меня сейчас. Альтазар, я. Свободная воля. Алексей, ну так в том и разница, что человек в силах найти подходящую почву. Ну хорошо, ну вспоминайте пример с волком. Успеете ли вы найти эту почву? Или уже все? Воспримите духом. Это такая бы тренерская замануха. А, Георгий, я про себя говорю. Ну, говорите про себя, что же вы пишете. Бальтазар, но люди все же существа коллективные. Откуда вы знаете? Так, друзья, ну супер интересно, да? То есть каждый день мы смотрим из глаз, то есть слушаем там из ушей, там, как принято говорить, да, и что-то мало ответов, кто действительно смотрит. Вот вам еще одна практика. Интересная практика на появление энергии внутри.
То есть давайте ее назовем сознание. То есть, в принципе, кто-то верно ответил. То есть сознание. То есть, я есть осознание. Вот я процесс. Я есть процесс. Ну, это просто слова. Наводящие. Вот подумайте, я есть процесс осознания прямо сейчас. Где я нахожусь, это второй вопрос. Вот, найти себя теперь. Ну, что я хотел вам сказать? Спасибо за ответы. Что я хотел вам сказать из этого? Важный момент, который вам даст толчок и прорыв сильный. То есть никто, подумайте об этом, никто, кроме вас, из ваших глаз не смотрит, а это значит, что лучше вас не знает, как вам реализовываться, как лучше всего поступить в той-то там ситуации какой-то, как нужно правильно делать, это вопрос по отношению там, к окружению, как люди говорят, как должно быть и так далее. Да? Понимаете? Так, что вы пишете? Люди... А, ну все, это я уже читал. Нам очень важно признание себе подобного. Ну, это вы за себя говорите. Кому-то не важно. По крайней мере, я знаю примеры таких людей, которые просто уходят нафиг. Понимаете? И общаются там совершенно с неподобными, на первый взгляд, себе. Ну ладно, эта тема немножко другая. Хорошо, значит, смотрите, а то сейчас совсем у нас жескач пойдет, мы рискуем как бы немножко педагогично будет как бы вас сильно раскачать и потом оставить просто самих себе на растерзание. Значит, просто смотрите, когда вы делаете что-то, вспоминайте все, что мы с вами прошли сегодня, да, если у вас какие-то сомнения, вспоминайте эту фразу, то есть никто кроме меня, то есть это понимание, это убеждение, никто кроме меня, ну вот реально так, подумайте, никто кроме вас, да, не знает, как лучше поступить в той-то ситуации, потому что кроме вас эту ситуацию так, как вы ее переживаете, так, как у вас происходит в жизни, никто не знает. Кто-то может наводящий момент, если после общения с кем-то у вас пошло развитие, да, то есть это круто. Если ну, вам было после этого плохо, но пошло развитие, это тоже круто. То есть это добро. Если после того, как вы пообщались с кем-то или подумали о чем-то, пошла деградация, то это плохо. Вот. Все, что вам мешает, то есть, ну вот пропускайте через такой фильтр. Так, ладно. Значит, напишите по стабальной шкале, насколько вы на данный момент прокачались информацией к тотальной самореализации. И какие вопросы? То есть я хочу увидеть, что мы с вами здесь прошли важные темы, и вы взяли для себя что-то, и будете применять в жизни. 100% прокачались реально. Там, ноль не прокачался вообще. То есть вылетело. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Или напугал я всех. То есть я уже предупреждал, как бы и в рассылке, и здесь неоднократно, что тема не для всех, хотя очень простая на самом деле. Ну вот так вот случилось, что то, как я реализую себя, оно связано с тем, чтобы давать вот эти темы. Ну, не могу я уйти от этого, то есть, меня преследует. Поэтому кому-то не подходит. Что делать? А кто-то поймет и возьмет. Это очень круто. Так, Георгий 90, Олег 60. Так, Умар 55, Батарзан 50, Алексей 77. Все довольно сильно. Супер. Хорошо. Еще какие варианты? Кто прокачался? Так, Алексей как 50. Так, Георгий, с терминологией нужно предварительно определиться. 10% терминологии. Георгий, что-то умный вы какой-то. Не знаю почему. Хорошо это или плохо. Что-то меня немножко напрягает. Давайте... Что вам сказать? Именно в контексте этого вебинара. На другом вебинаре я, может, вас похвалил бы за это. В контексте этого вебинара, то есть вам нужно откинуть вот это вот какой-то анализ. Вам нужно уже давно делать, реализовывать себя. Немножко какие-то вот такие надзиратели у вас какие-то стоят и рассказывают, как надо. Непонятно, как вам надо. Я вот одно могу сказать. Если вам понятно, как надо, вы такое не будете писать. Как надо в жизни вот вашей реализовывать. Так, Ольга. Но спасибо за 90%. Так, Ольга, 100%. Василий 77.
Виктория, если рассматривать восприимчиво процентов 70, хорошо. И, друзья, это очень круто на самом деле. Спасибо. Так, Гука, 60%. Жаль, что не сначала на вебинаре, но уровень самомотивации у меня очень высок. Супер, 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 супер. Хорошо. Отлично. Друзья, ну, значит, все. Вот именно основное очень прикольно. Мне очень понравилось, как вы поработали. Я вижу, что реально есть польза. Давайте я вам дам ссылочку на нашу группу ВКонтакте. Вот, кто там не зарегистрирован, просто не зарегистрирован, не состоит, подайте заявку. Напишите что-нибудь на сегодняшнем вебинаре, то есть любые мысли. Будет интересно почитать. Вот. Значит, смотрите. Кто реально хотел на коучинг, напишите плюсик. Просто если тут не присутствуют те, кто хотел на коучинг, мне писали просто там, ВКонтакте, например, кто хотел на коучинг, я просто дам ссылку на коучинг. Если таких не присутствует, значит, я не буду даваться. Так. Привет, Ярослав, мы уже заканчиваем. Так. Если кто хотел там попасть в коучинг по 3D, чтобы денег зарабатывать на 3D, не вопрос. Будем зарабатывать. Ну тогда плюсик поставьте, а если нет, то минус. Ну, что-то чат завис, наверное. Так. Или все прошли по ссылке и что-то пишут. А вот Умар, да? Так, еще кто? Хорошо. Значит, я дам ссылочку, раз хотите. В общем, я вот подготовил. Сейчас вам покажу. Значит, подготовил сегодня на сайте. Сейчас тут главная информация. Главная информация тут дана. У нас тут немножко. Значит, он только сегодня сделан был, я вам даю свеженький. За то, что он свеженький, за то, что он, я его сделал специально для первых, то в 11-й поток у нас попадет. Тут может быть некоторые недоработки, ну не в плане там какой-то информации, а в плане там может какая-то опечатка есть, ну, тем интереснее будет посмотреть. То есть посмотрите результаты. И вписывайте, значит, в коучинг. Да, кто проходит бесплатный курс, то есть тоже обязательно там коучинг. Смотрите, в общем, в чем прикол? В том, что коучинг сейчас для вас будет очень по выгодным условиям. То есть мы поддерживаем тех, кто там впереди всех идет. Сейчас, вот еще не было рассылки, то есть еще не было официально дат, ну, дан старт там, вот этому коучингу. Кто хочет реально прокачиваться, можете воспользоваться моментом и там, по лучшим условиям все это получить. А кто здесь участвовал в разговоре, обязательно значит, надо участвовать в коучинге по 3D. Мы с вами дальше будем прокачиваться. Посмотрите там, по ссылке пройдете, посмотрите, какие результаты будут. У учеников, какие у вас будут, и вписывайтесь. Значит, вот тут я вижу какая-то хрень, тут у меня счетчик стоит на повышение цены. Почему-то у меня вверху. Еще и внизу. Ну ладно, то есть, я думаю, разберетесь. Он примерно одинаковое время показывает для повышения цены. Все нормально. Суть поймете. Ну, зато у вас будет лучшая там цена и лучшие условия. Вот. Какие вопросики, напишите. Мы с вами очень круто реально прокачались. Вам огромное спасибо. Мне было с вами интересно общаться. Если вопросов нет, все понятно. То есть ссылочки все подкрывались, то знак равно напишите. Будут и аплодисменты вам и нам. Мы сегодня с вами сделали серьезный шаг по направлению к себе. Таких тем очень редко касаются вообще. Я очень доволен, что мы с вами это сделали. Знак равно, да, все хорошо. Окей. Супер. Кто не пишет знак равно, значит, я думаю, что вы какой-то вопрос пишете, поэтому все напишите там.
Ну и по ссылочкам там потом проходите уже после вебинара тоже. В группе напишите. Прикольно там. Вас увидите, я же вас не вижу. Вы меня видите, а я вас не вижу. Посмотрите, как вы выглядите. Друзья добавятся. Спасибо, тема была очень интересная. Супер. Хорошо. Все, тогда я заканчиваю вебинар. Все ссылочки кину. Значит, первая это у нас группа общая. Напишу общая группа. Дам ссылочку на свою страничку ВКонтакте. Так что добавляйтесь. Так, моя страничка. И для тех, кто хотел, там, писал и вообще хотел на коучинг, вот эта ссылочка. Доступ к коучингу. Все. Все супер. В заключение скажу, что вообще 80% людей хоть как-то себя развивают. Не развивают вообще. То есть 20% людей хоть как-то себя развивают, а 2%, как я уже говорил, это вообще там вышка. Вот я думаю, что вы относитесь к этим 2%. Респект, уважуха. И еще скажу такое, что ученые провели исследование на то, на состояние мозга. Предварительно нужно сказать, что состояние мозга, это значит, что в определенном состоянии вы, например, миллионер, в другом состоянии вы гений музыкальный, там, в третьем состоянии вы можете там, не знаю, по канату ходить и так далее. То есть сколько состояний мозга, столько и ваших состояний. Короче, этих состояний мозга больше, чем звезд там, во Вселенной. Или объектов даже во Вселенной, любых. Вот и подумайте, на что вы способны. То есть сверхъестественные способности у вас есть. Вот. И я давал эту информацию не всем. Кто понял, жму руки. А кто не понял, ну, либо, значит, рано, немножко попозже. Либо поищите себя в чем-то другом. Сейчас уже без каких-то там педагогических там правильных каких-то напутствий, там уроков и так далее. Просто вот по-человечески говорю. Встретимся с вами на следующих вебинарах. Чем дальше мы с вами идем, тем больше. Реализуйте себя. Смысл в том числе и в этом, в вашей жизни. Не тормозите, забейте на все лишнее. В вашем личном состоянии драйва делайте все, что вам действительно искренне, внутренне кажется, видится мечтой и настоящим. Чем-то настоящим, интимным, прекрасным. Все получится. С вами был Даниил Ветров. У нас сегодня был мощный вебинар под названием «Прорыв к тотальной самореализации». Всем счастливо. Пока. Бесплатный курс посмотрите в общей группе. Пока.